Доброе утро! В эфире рубрика «Элементарно», и мы покажем вам, как сделать повседневную жизнь проще с помощью маленьких бытовых хитростей. Часто при длительной эксплуатации вашего зарядного устройства провод у основания перегибается, и зарядное устройство выходит из рабочего состояния. Для того, чтобы продлить срок эксплуатации вашего зарядного устройства, я покажу вам элементарный способ, как это можно сделать с помощью обыкновенной пружинки из шариковой ручки. Для этого наматываем пружинку на основание провода вот таким вот способом. Накручиваем. И накручивайте аккуратно, чтобы эта пружинка не разворачивалась, чтобы она сохраняла свои свойства пружинить и амортизировать. Намотали вот таким вот способом. И затем сдвигаем пружинку как можно ближе к основанию. И дальнейшие изгибы и изломы вашему зарядному устройству не страшны. Элементарно.